Снова, друзья, мы с вами в Думе, в этой адской демонической игре. Продолжаем свое путешествие вообще не пойми. Это пиздец, друзья. Это пиздец, мама. Вот мне уже как-то не по себе. Уедеть, твою мать. И знаете, что самое интересное? У меня патронов на нулях. О, это мне уже нравится. Так. Красиво, конечно, ничего не скажешь. Красота. Мы установим портальное устройство в гробнице. Пометьте наш путь осветительными столбами. Найдите помеченный ОАК портал выхода. Блять, это все, что связано с найдите, ищите. Это меня напрягает. Ну что, раз мы с вами взялись. Ух ты, блядь. Не, ну тут, конечно, трэш, наверное, будет. Да я думаю, нам хватит с вами. Вау. Ух ты. Новое орудие. Новый трэш. Офигеть. Это что за бластер такой? Так, я понял. Я понял. Начинаем войну. Ох, бля, нихера себе. Не, ну это без... Это безумие, мы будем убирать так. Канистра, друзья мои, канистра нам нужна. Это вот говно трогать нежелательно. Бля. Не-не-не-не. Эту мразь. Ой, ты, бля! А, еще тебя не хватало. Тварь такая. Меня решил подставить, да? На тебе. Во. Кто? Ух ты, там у нас... Бронька. Будут они мне еще тут. Гамно свое подкладывать. Ах ты, сука, наглый. Ах ты, падла такая. Что это за кусок говна тут лежит?
Там какие-то херы ходят, конечно. Ой, бля, это что за херь? Это ж сколько его мочить-то надо? Бля! Ты хера! Вот так тебе. Красиво, блин. Трэшево, но. Ой, это говно-то, ёб твою ж мать. Причем опасная. Кто там еще? Ебить твою мать. Мало мне тут. А чего они от меня все бегают? Это я, что ли, должен за ними бежать? Да вас тут чё, блин? Паломничество, что ли? Бля! Это херня, угомонится, нет? Ну, бля! Крутяк. Крутяк такой, что у нас, друзья, с вами ни хрена не осталось. Вообще, мне эта музыка не впечатляет, если честно. Я в шоке, блядь. Мне бы туда. Да. Трешачок. По крайней мере, хоть боеприпасы пособираем. Вон он, маячок-то, ёперный батон. О! Ух ты, шо вообще?
Желтый череп у нас с вами. Класс. Так. О. Здесь были. Так куда нам идти? Туда. Не совсем. Видимо, туда. Ага. Это просто вообще жесть какая-то на самом деле, друзья. Я не знаю, играю, мне уже стрёмно просто. Жетон. Преторианский жетон. Когда тени впервые стали длинными, выстоял один воин. Его опалили угли Армагеддона. Душа его была обожжена пламенем ада, осквернена и не могла уже вознестись. Так что он избрал путь вечного мучения. Ненависть его была так велика, что он не мог обрести покоя. И скитался по равнине Умбрал, желая отомстить темным владыкам, причинившим ему столько зла. Он носил корону ночных стражей, и те, кто отведал его меча, нарекли его палачом Рока. Офигеть можно, офигеть. А это херомань мощная. Вы видели этот уровень? Не, ну это, конечно, подстава. Тебя вот, конечно, тут нахер. О, да тут сборище красавчиков. Блять. Ну охренеть, ну да. Тут надо валить отсюда нахер. Блять. Это паскуду. Так еще выйдут.
Уёбся. Где ты, мымра? Тут надо убивать. Нахреновая. Тебя еще тут не хватало. Орёт что? Тут конь бежит. Блять, что здесь происходит вообще? Я в шоке, бля. Я в ужасе, друзья. Если... Тут просто какое-то беспощадие. Мне вот эту женщину надо убирать. На. Тебя, конечно, мне тут реально не хватало. О, это было что-то. Хи! Аж это пересохло во рту. Это, блядь, гнетущая музыка. Если честно. Я, конечно, понимаю, там атмосфера, все дела. Ну не до такой же степени, друзья мои. Так, итак, друзья, такого трэша я не ожидал. Понятные вещи творятся. Так, куда нам идти? Мы с вами тут... Так, чуть-чуть пособирали, да?
Так, да. Вон, кстати. Если нам убежать. Блин. Не, это какая-то херня. Так, что-то здесь запамятовал. Нам надо вон туда с вами, наверх. Да мы не долетим. Воу-воу-воу-воу-воу! Понятно. Блин. Жесть, опять патронов нет, да? Что ж тут делать-то, а? Наверное, так. Все фактически на одном дыхании делается. Вот куда нам надо. Крутяк. Ха. Это телепорт.
Прикольно. Блядь. Ого, там. Куда? Что за херь? О, это новая срань. Неприкольная срань. Бля. Блять, тади нормальное оружие, ебить твою мать. Херовое дело, бля. Вас еще, конечно, меньше всего хотелось бы здесь.